Касым Жомарт Токаев встретился с помощником генерального секретаря ООН Джихан Султаноглу. Спикер Сената высоко оценил заинтересованность ООН предстоящей международной выставкой. Он отметил участие главы организации Антонио Гутерреша в открытии выставки, говорит о повышенном внимании со стороны международного сообщества к Экспо в Астане. Председатель Верхней палаты парламента также поблагодарил ПРООН за поддержку инициативы президента Казахстана по созданию на базе выставки Центра зеленых технологий и инвестиций.